До начала летней кампании остается 2 недели. Работники всех структур, которые будут задействованы во время летних каникул в работе с детьми, подростками и молодежью, собрались на традиционный семинар. Вначале заместитель главы района Наталья Сокол обозначила основную задачу летней кампании этого года. Оздоровление детей должно быть качественным и безопасным. На улице зима, и я понимаю, насколько важна наша качественная подготовка к тому, что даже невзирая ни на какие погодные условия, мы должны нашим детям подарить лето. Это лето будет, может быть, и прохладным, может быть, теплым, но независимо от этого, оно для детей будет незабываемым, потому что их ждут очень интересные познавательно-развлекательные программы. И будет уклон и в военно-патриотическую направленность, и будут отражены то, что на территории нашей страны идет год экологии. Губернатором нашим Наталья Владимировна Комарова объявлен год здоровья. Это тоже, несомненно, найдет отражение в нашей летней оздоровительной кампании. Северянка тут во всеоружии, потому что она уже в том году внедряла лечебные процедуры для детей. И в этом году еще их количество будет увеличено, потому что мы понимаем, что наших деток надо не только развлекать, но еще поддержать их иммунитет, чтобы они были здоровенькие, не болели на протяжении нашего длинного холодного учебного года. Большое внимание уделяется безопасности детей во время каникул. В перечень мер входит противопожарная безопасность, антитеррористические мероприятия и, конечно же, безопасность всех сооружений, находящихся в свободном доступе. Во всех лагерях работу будут проводить сотрудники полиции. С началом летней оздоровительной кампании сотрудники ОМВД переходят на усиленный вариант несения службы. За каждым оздоровительным лагерем будет закреплен сотрудник полиции. И также за каждым подростком, состоящим на профилактическом учете в ОМВД, будет закреплен шеф-наставник из числа офицеров, сотрудников полиции. Значит, ежедневно будут проводиться в каждом летнем оздоровительном лагере инструктажи, будут проводиться профилактические беседы с детьми, с педагогами. Значит, обязательно при начале летней оздоровительной кампании будут осуществляться проверки летних оздоровительных лагерей на антикриминальную и антитеррористическую защищенность учреждения. Значит, обязательно будут проверяться справки об отсутствии судимости на сотрудников оздоровительных лагерей. Акцент во время летней кампании ставится и на оздоровление детей и подростков. Медицинское сопровождение детворы запланировано во всех лагерях, как с дневным пребыванием, так и круглосуточным. Летом в стационаре детской поликлиники пройдут обследование и необходимое лечение дети, состоящие на диспансерном учете. По нашим данным, это детей значительно больше 1000, которые мы можем детей оздоровить, которые состоящие на диспансерном учете. Вот. Кроме того, хотя сейчас в стационарах не организуется летнего оздоровления, но мы готовы всех детей, не всех, а всех детей, которые состоящие на диспансерном учете, имеют хронические заболевания, и в период обострения мы можем госпитализировать для лечебно-реабилитационных мероприятий. Лагеря с дневным пребыванием будут работать на базе всех школ района, а также Дворца детского и юношеского творчества. Северянка примет детей как в круглосуточном, так и в дневном режиме. Детей примет Дворец спорта и православный приход. Второй год будет работать лагерь труда и отдыха на базе центра «Спутник». Новым лагерем в этом году с дневным пребыванием станет художественно-творческий лагерь на базе детской школы искусств. Отдых детей будет организован и за пределами района. По путевкам, которые приобрел наш уполномоченный орган база спорта и отдыха «Северянка», 3 направления у нас в этом году. Дети поедут у нас в Крым, в Краснодарский край и на основании соглашения, заключенного Белоярским районом с Витебской области, второй год наши детки поедут отдыхать в лагерь «Изумрудный» Витебской области. Всего мы вывезем 90 детей. Кроме путевок, которые приобретаем мы как муниципалитет, мы еще хорошо плотно работаем с нашими социальными партнерами, предприятиями «Газпром Трансгаз Югорска». Около 300 детей традиционно они вывозят летом, направления те же – Крым, Краснодарский край. Родительская плата за путевки останется практически на том же уровне, что и в прошлом году. В принципе,
Примерно она остается на тех же уровнях, где-то она даже немножечко уменьшилась, в частности, это в комитете образования, где-то немножечко увеличилась. Например, Северянка в этом году мы ввели дополнительные услуги санаторно-оздоровительного комплекса, который у нас есть. Это посещение бассейна, посещение соляной камеры, фиточаи, кислородные коктейли, посещение тренажерного зала и многое другое. В ходе семинара работали секции для руководителей лагерей, воспитателей, спортинструкторов, медицинских сотрудников, работников столовых. Сегодня уже все готово для начала летней кампании. Открытие состоится 1 июня в День защиты детей. Остается надеяться, что дети смогут по достоинству оценить труд организаторов оздоровительной кампании и проведут каникулы интересно и с пользой. Инна Бугрова, Петр Михалап, Белоярский, время новостей.